видео про тест, как снимает, фотографирует iPhone 6, iPhone 11 Pro и Samsung A54. 11 Pro у меня сейчас в руках, поэтому его здесь нету сейчас. Сначала я покажу вам картинки. По очереди будет следовать 6, 11 и Samsung. Картинка будет одна простая и максимальный зум. Съемка на 6 iPhone. Проверить просто качество для сравнения. Делаем максимальный зум. Взлетает вертолет. Съемка также проверяем на вибрацию, на стабильность экрана, более белая набережная. Картинка движется плавно. Даже если я резко поворачиваюсь, картинка более плавная. Съемка 11 Pro. Вот такая вот. Делаем зум двойной и поднимаем на максимальное 6 зум. Делаем круговое движение. Картинка идет плавно. Даже если я камерой махаю немножко, то она немножко все равно стабилизирует. Вот движение камеры туда-сюда, плавное. Samsung A54. Делаем двойной зум и делаем теперь максимальный зум 10. Вот такой вот зум, он полностью дигитальный. Двигаем картинку, шатаем телефон, показываем, картинка плавная или нет. Теперь проверяем. Картинка не совсем совпадает с движением телефона. iPhone 6, видно, у него осветления нету ночного, он не засвечивает. Слегка показывает темно. Теперь делаем максимальный зум. Немножко слабее и не совсем видно, что там читать можно. И туда тоже заглянуть невозможно. Он более чувствительный к движению. Как говорится, следует за камерой хорошо, но вот эта вот тряска, он немножко сильнее чувствуется. iPhone 11. Делаем теперь двойной зум. И потихоньку идем на максимальный зум. 6. Написано Norwegian Bliss вроде. Освещение вроде нормальное. Видно прям внутрь туда. Вибрация. Телефон реагирует хорошо, прям следует хорошо движению телефона. Ничто не задерживается. Делаем двойной зум. Вот такой вот. И теперь делаем зум максимальный. Засвечивание вроде сначала хорошее. Качество так себе. Качество, конечно, хуже, потому что у него дигитальный зум. Теперь проверяем движение камеры, как она реагирует. Она немножко отстает, не успевает повторяться.
Здесь вроде ненормальное движение. Мне нравится 11 Pro, потому что я его долго выискивал. У 11 Pro процессор мощнее, чем у простого 11. Но он также и меньше, чем 11 Pro, этот, чем 11 и 11 Pro Max. Он по размерам меньше, он почти размером как 6 iPhone. И поэтому он мне нравится, он хорошо лежит в кармане, хорошо лежит в руке при съемке. Или с защитой, он вообще огромный, тяжело его в руке крутить, и какой-то громадный, не так удобно его крутить, чем iPhone. Мой тест выявляется так, что для меня даже 6 лучше, чем этот Samsung. Samsung я подсоединял сегодня к дрону, вообще ничего не хотело работать, даже не открылся экран. Как говорится, программа сама не хотела даже стартовать, начинать. Ну, стартанула слегка и все. И больше ничего не хотела делать. Вот такой вот тест у меня на Samsung. У меня было предчувствие, что это что-то не мое. И я и раньше что-то не очень хотел его Samsung. Так уже сестра мне подарила 6 iPhone, поэтому я с ним продолжил с iPhone дальше снимать. Просто выбрал один из лучших. И самый дешевый по цене, то что 11 уже выпускается с 19 года, и сейчас на него цены немножко падают, но он, как говорится, он качественный. Samsung засвечивает сильно, сейчас вообще слепит. Он сильнее, как говорится, этот контраст у него слишком яркий, но это, я думаю, можно настроить. Зум неплохой, но от него толку никакого, если он все размазывает. iPhone 6 снимает нормально, даже если зум, он не засвечивает, почти реальная картинка, как я вижу, так он и показывает. Этот тест был сделан, потому что я прикупил себе этот Samsung, потому что мой 11 не очень как-то после жары что-то начал он глючить, экран потух, и ремонт, и все, и поэтому я сейчас ищу, как говорится, мне посоветовали этот брать, но я все равно хочу купить бэушный 11 Pro опять, а этот уже потом на запчасти или продать, посмотрим. Поэтому был сделан этот тест. Чисто для меня было интересно, ну и хочу также этим поделиться с вами. Всем всего хорошего, ставьте лайки и подписывайтесь.